Ну вот приехал на озеро Виленде, где каждый год открываю сезон по щуке. Друзья все меня бросили, у одного семья, у второго машина сломалась, а я колбасок набрал, мангала набрал, водки взял. И теперь буду как алкаш один и рыбу ловить, и водку пить. Вот. На озере почти что штиль. 5 метров в секунду обещали. Ну, деревья чуть качаются, а вроде тихая вода. Лодку собрал, надул, мотор заправил, снасти проверил, отрегулировал тормоза на катушках. Ну, покатаюсь, посмотрю. Завтра еще целый день ловить. Посмотрим, что из этого получится. На этом пока все. До первой пойманной рыбы. Ну что, время 9 часов вечера. Я на берегу. На озере он штиль. Какой, но рыбу брать не хочет. Пора мангальчик растопить. Я уже его вон угли расставлю. И, как говорится, за прошедший праздник, за победу. Хоть водка и не патриотичная, но ветераны в Берлине шнапс тоже немецкий пили, так что все в тему. Ну, спасибо деду за победу. Колбаса ждет своего череда. Машины пока только две. С утра навалит народ. Ну ладно, пока все. Так, мотор закрыл, подкачал бензин, воздушник открыл. Так, на старт, подсос. Так, ну что, заведется с первого раза, не заведется? Нет. Все сделал. Нейтралка, подсос, старт. Ну, второго. Так, сперва этот закинем, потом этим будем ловить. Там была лодка, хуторянин, видно, приплыл обратно. Еще здесь где-то плавала одна лодка. Машина, кроме моей, еще одна стоит. Больше рыбаков нету. Завтра будет народу полно. Ну ладно, что, наверное, прогрелся. Так, включим GPS. Ладно, пока все, до первой рыбы. Ну что, первая щучка. Только заброс. Десять метров проплыл. И есть. Ну, такая кило с копейками. Вон на что будет. В прошлом году тоже самое ловило. Ладно. Пока все.
ловлю на дорожку на новом моторе. Открываю чуть-чуть в сезон. Одну уже он поймал. Дай бог не последняя. Зря я котелок не взял. Ухи бы сделал. Я пилки же купил, хотел коптилку взять. А, я думаю, времени не будет все это делать с толпой. Не стал брать. А теперь жалею. Никто не поехал бы, спокойно бы все приготовил бы. Для одного много ли мне надо? Ну ладно, пока все. Ну что, проснулись, 5 часов утра, вот только выплыл. Сейчас дойду до места на дорожке и буду ловить заброс вертушками. Дорожка вчера плохо себя показала. Посмотрим, что заброс будет. Пока на этом все. Ну вот и первый кушок. На вертушку номер 4. Опа. Ловим дальше. Ну что там зацепилось? Я не видел поклевки. А, карандашик. Карандашик. Опа. Я и не видел поклевки. На слайдер. Иди гуляй, малыш. Оп. Я не видел поклевки. Ну, ладно, ловим дальше. Что-то село хорошенькое. На слайдах щучка. Размерная, брать можно. Сегодня такой работает цвет. Ну что ты, лесочный подсак, да?
Еще одна сидит хорошенькая. Или сопротивляется просто как хорошая. На самом деле, может, и не очень большая. Ну, что-то такое нормально. Ну, килограмма полтора такая. Да ладно, ладно, ладно. Ай, пальцы не поранили где-то у меня. А вот. Такая. На кукан. Вот и закончилась моя рыбалка. Плыву уже к берегу. 3 часа. За 3 часа последних ни одной поклевки не было. Ни в заброс, ни на дорожку. Так что на этом рыбалка окончена. Ну вот мой улов. На этом все. Вот, сколько машин приехало.